Всем привет, дорогие друзья, с вами Бази, мы продолжаем с вами проходить мод в игре Far Cry 1 под названием Саботёр, что в переводе означает диверсант, и это пятая часть, финальное прохождение этого мода. Ты ничего там не видишь? Постарайся пробраться к твердой площадке. Ага. Так, это глава третья, которая называется «Побег». Да, ребята, все, заканчиваем. Блин, что-то здесь трудновато так. В этих помещениях они еще двигаются быстро, передвигаются вообще. Давайте заново начнем, хотя тут у них... Не, заново я не буду начинать, ладно. Что-то я тут подобрал. Так, фонарик у меня еще еще есть. Что это было? Это он! Эй, друг, ты жив? Так. Блин, шляпницы! Прямо между глаз! Дедовщина. Блин, я влюбился в эту оружку. Видите карточку доступа. Что это за звук был, кстати, странный? Что такое? Так, еще тут один уж был. Спрятался газируш. Вот так ему. Ну, давайте я тебя выкину, но это мне не надо. Че у нас здесь? Ох, нихера себе. Еще новое оружие. Ничего себе здесь. Блин. Ну вот это вообще бомба. Карточку мы нашли. Добраться к туалетной площадке. Так, это что я сделал? Открыл там что-то? Какую-то дверь? Походу на то. Что-то мы открыли. Ой, как ты, блин! Да посрался, я же Outlast 2 недавно проходил. Вообще не ожидал. Как он тут появился, блин? Ты слышишь? Он там. Ох, ничего себе здесь молния. Нифига себе. Как он, интересно, этот эффект добавил? Вот эту молнию. Не, вообще офигенно. И звуки. Не, ну Антарес, конечно, четко все сделал. Мне прям нравится. Красава. Молодец. Oh.
Ублюдки. Ты... Обалдел. Фу. Вот это вообще. Четко. Ты ничего не заметил? Гадёныш. Ну, я сам виноват, надо было сначала того же убивать, кто на вышке снайпера. Тут, по-моему, с аптечкой стоял чувак. Ну или, скорее всего, он этот, на вышке, сейчас посмотрим. Сейчас поднимемся. Ну да, я прав. Можно у него забрать. А, снайпер, снайпер. По-моему, я его уже укокошил. А, нифига. Ну, конечно, убиваю сам последний момент. И когда остается одно хп? Великолепно. Так, но сохранение, ничего страшного, было вот. Да-да-да. Сейчас я еще сюда поднимусь и заберу аптечку с броней. Эй. Разминка шейных позвонков. Нормальная зарядка была. Ты охренел, что ли? Че это было? Какого хрена? Я понял. Я понял, откуда это. Вон там чувак засел с пушкой. Офигевший. Вон он там засел. Ты дерьмо. Ты никто.
Вот еще не вовремя заканчивается. Энергия, батарейка. Снова опять забрать аптечку. Там ногу простреливал, скорее всего. Он себя убил. А броник? Ой, аптечка. Пожалуйста. А это вертолет? Ничего себе. Ни хрена себе вертолет. Я уматываю отсюда. Ничего себе. И как измена напротив него? Что спрятаться от вертолета. Ты слышишь? Сдавайся, приятель! А что мне с ним делать? Давайте вот так вот. А, и все что ли? А, ну это изи так-то. Да ты дерьмо странное. Вот вообще не вовремя появляется. Все заново проходить, блин. Как же у вас тут много, а?
Это ужас какой-то. Убил. Видел? Ты слышишь? Так, сейчас обходить будут. Нет никого. Ну где вы, чего тут? Ой-ой-ой-ой. Я убью тебя! Это я себя убью сейчас. Вот вам. Ну я ж говорил. Так, вот сейчас везде топить. Все, сохранение есть, отлично. Уже до пути, кстати. А Far Cry такое было? Оригинально, так, по-моему, такого не было вообще. Ни хрена себе. Нет, такого, по-моему, не было. Офигеть. Поезд едет. А, снайпер. Сзади еще. Приехали в поезд. Окей. На чем почти прошли, что ли? Там опять... Снайпер еще один был, ладно. Но сохранение было, ничего страшного. Там уже ртовец нас ждет, стоит.
И что за фигня там стоит? С щитом. Ну почти все, да? Почти прошли, походу. Слышал? Вижу цель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Дерьмо! Спокойненько, аккуратненько. Эй, кто там? Че, все что ли? Прошли? Мод? Ну да, это все, конец. Получается, мы туда садимся и все, да? Ну, чем могу сказать огромное спасибо, конечно же, Антарусу за чудесный мод. Мне он очень понравился. Получил удовольствие. Вот, особенно мне понравился момент, когда вот в конце первой карты, когда ты заходишь в лабораторию, понравилось. Вот эта вот карта понравилась очень. Вот особенно начало там вот в бункере. Следующую игру я буду снимать. А это карта Чала 555. Там, где у него, по-моему, вулкан. Ну, все это связано с вулканом. Точно не помню, как карта называется. Ну, посмотрим. Вот. Огромное спасибо тем, кто смотрел все части по прохождению этого мода. Всем огромное спасибо. Всем, кто ставил лайки, комментировал. На этом я с вами не прощаюсь. Мы еще с вами скоро встретимся в следующих прохождениях. Это еще не все, ребят. Вот это нужен аккумулятор. Найди его. Так, сейчас найдем. Попрощался, называется, да? Я думал, все, типа, улетать будем. И такое бывает, ребята. Да-да-да. Ну, аккумулятор мы уже там всех перебили. Чё там? Сейчас мы быстро найдем аккумулятор. Вот он, да? Такой маленький. Я сейчас улечу, идите нахер. Все, до свидания. Ну вот и все, ребята. Прошли. Спасибо всем, кто смотрел. И всем пока, ребята.